Шевели булками. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готов. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Оружие разрешено. Что с тобой?
тебя, малютка, совсем. Thank you.
Строительство завершено. Ладно, я готов.
будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Сэм Бриджес, ты должен доставить груз одному человеку. Она странная штучка. Живет высоко в горах, еще выше, чем мы. А ее исследования, ну, это что-то совсем за гранью. Это натуральная мистика. Правда, ей бы не понравилось, что я так говорю. Она утверждает, что занимается тайнами космоса. В общем, в горах я нашел камень с отпечатком ладони. А когда сказал ей, она вся разволновалась. Если честно, я не знаю, о каком контакте она твердит. Но я подумал, может, передашь это ей от меня? Когда я вступил в UCA, у меня на многое открылись глаза. Например, что многие люди по-своему пытаются понять выход смерти. Да, ее идеи кажутся мне абсолютно бредовыми. Но они что-то значат для нее. Я хочу ее поддержать. В смысле, с твоей помощью. Официальный заказ в терминале. Сэм, совсем такая же, как в Южном узле. Вихрь, несущий просто немыслимое количество хиралия. Он медленно, но верно приближается к нам, к горному узлу. Я так думаю, но я ее не вижу, по крайней мере, невооруженным глазом. Но данные не лгут. Это тот же феномен, из-за которого ты оказался в зоне боевых действий. Я тебе сказал, но это был не... Ограничитель Кьюпида справится почти с любым всплеском хиралия, но не с таким. Еще суперячейка. Я сказала все так же, как и раньше. Мама, это ты? Ты понял, Сэм. Давно не виделись. Но все не так. Малинген, Локни. Мы одинаковы. Одно тело, разум, одно существо. Нет смысла делать различия. Не в этом мире. Мы все соединены. Помни об этом. Заказ назначен.
разрешим.
Оборудование Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Сосед мне все про тебя рассказал. Отпечаток, который ты мне принес, я называю его образец. Это ключевая находка. Он относится к той эпохе, когда человечества еще не было. Я установлю его возраст и выясню причину выхода смерти. И тогда мне откроются все неизведанные тайны космоса. Ты знаешь, что в древние времена эта гора была пирамидой? Это правда. Это место ближе всего находится к берегу, к источнику. Источнику невероятной силы. А за счет чего, по-твоему, работает эта ваша хиральная сеть? Но я не об этом. Покажи образец. Спасибо. Он в отличном состоянии. Ладно, подключи меня к хиральной сети. Теперь у меня есть все для датировки образца. Когда я получу результаты, то поделюсь ими с тобой и твоими коллегами. Ты сделал хорошее дело, Сэм. Если найдешь еще что-нибудь, сразу же приноси мне. Я буду ждать. Сэм, сработало. ББ-28 в отличном состоянии. Никаких симптомов привязанности или тоски по дому. Возможно, его память действительно стерли. Тебе осталось только подключить его, ну и испытать в деле. Я надеялся побыстрее вернуть его тебе, но... Я не хочу. Ну, то есть я хочу, но тут все не так просто. Что? У нас проблема. Возможно, ты слышал об огромной супер-ячейке, которая идет на горный узел. Я покинул комплекс, чтобы провести полевые испытания ББ, и теперь не могу вернуться назад. Знаешь, хижину на склоне горы и к северо-востоку от Горного. Встретимся там. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Thank you.
Thank you.
Дедман. О, слава богу, ты на связи. Ты где? Без понятия. Вижу танки и солдат. Формы более чем столетней давности. Кажется, времен Второй мировой. Видел человека, который вел солдат? Нет. Кажется, это про него ты говорил. Тот вояк от и до, который охотился за ББ? Наверное, он наше спасение, да? Без понятия. У меня это только второй раз. Без ББ его будет тяжело найти. Тебе повезло. Твой ББ здесь, в отличном состоянии, и ждет тебя. Где мы встретимся? Ты не видишь рядом с собой ничего необычного? Я в канализации. Подожди. В дырку я вижу башню. Квадратную башню прямо надо мной. Понял. Я найду его и поищу вход в канализацию. Ты пока сиди тихо. С радостью. Ни на шаг не сдвинусь. Но если я не успею, может придется. Что? Этому сраному вояке был нужен вовсе не я, а ББ. Твою мать. Ясно. Если он кого ищет, так это тебя. О нет. Сэм, поторопись. Держи себя в руках. Я иду. И не подключай ББ, иначе он тебя в два счета найдет. Ох ты. Хотя ты и сам не стал бы, я думаю. Потому что я был до смерти напуган. Отключайся, быстро. Уже готово. Не дай ему забрать ББ. Как? Если он придет со своими солдатами, мне что делать? Драться? Если придется выбирать между ББ и собой, то... Нет, я прерываю связь. Сэм, тяжелая у меня жизнь. Ни жены, ни детей, ни друзей. Я стал искать утешение в обществе мертвецов. Со временем я сделал их частью себя. Они — это 70% меня. Но встреча с тобой открыла мне глаза. Ты особенный, Сэм.
Сэм, подойди. Сэм. Лу. ББ должен теперь быть в порядке. Дай взгляну. О, о, да, вроде бы. Может, это особый берег? Для солдат, павших в бою. Может, нам лучше свалить отсюда? Да. Удивительно. Несмотря ни на что, ты не бросил ББ? Бросить ценное оборудование? Но нет. У вас остались воспоминания? Ясно. Оставайся здесь. Похоже, пора отвлечься на другое воспоминание. Я с ним разберусь, и тогда мы сможем выбраться. Знаешь, Сэм, я начинаю понимать, почему ты так дорожишь ББ. А? Это прибор. Он не может умереть или выжить. Но мы, тем не менее, друг к другу прикипели, правда? У ребенка есть имя. Лу. Лу, да? Хорошее имя.
нужно подкрепление. Вперед! Найдите ББ. Подкрепление. Пошли. Пристрелите гада. Я виноват. Зачем? Зачем я посадил тебя в эту тюрьму? ББ. Thank you.
Как там дела у Лу? Не реагирует. Ты посмотри-ка. Я нравлюсь этому ребенку. Вы были без сознания, так что вас отправили сюда. Ты был прав. То, что ты сделал, вернуло нас обратно в наш мир. Я положил твои вещи в личный шкафчик. Ты целый день проспал, прямо как убитый. Я уже в столичном узле. С берегом Фреджайл все стало проще. Сэм, я должен извиниться. Луи – это имя, которое ты хотел дать своему ребенку, если бы тот выжил. Я мог бы и раньше догадаться. Не понимаю, о чем ты говоришь. Я нашел записи десятилетней давности. Внезапная смерть посреди города. Женщина в самом рассвете сил. Все выяснилось слишком поздно. Выплеск. У ее мужа, который состоял в Бриджес, был дум. Он хотел добраться до нее, но не успел. Весь город был стерт с лица земли. Остался только огромный кратер, и он, потому что он был возвращенец. Люди жаждали правды. Может, он нарочно спрятал тело жены? Выживший был единственным подозреваемым. Свалить на него вину было легко. А потом они стали обвинять и Бриджес. Он корил себя за катастрофу и ушел. Его погибшую жену звали Люси. Она была беременна, бедняжка. Они хотели назвать своего сына Лу. Не было такого. Было. Я знаю от президента Стрэнд. Она все время про тебя говорила. Зачем же он все бросил и ушел от нас? Может, ты заткнешься? Спокойно, Сэм. Присядь.
Я уже говорил тебе, что мое тело на 70% состоит из частей трупов. Ты хочешь узнать настоящую причину? То, что ты слышал, это выдумки. А правда, я чудовище Франкенштейна. Я искусственный. Меня вырастили из стволовых клеток. Но не во всех моих органах была искра жизни, поэтому их пришлось заменить органами покойных. У меня нет дня рождения. Я бездушный кусок мяса. Беска. Мертвец. У нормально рожденных людей есть берега. У тебя есть. И у ББ. А я таких связей лишен. Ни матери, ни загробной жизни, ни берега. Теперь ты понимаешь, почему я этим так одержим? Зачем я в Бриджес? Поле боя было, конечно, ужасным берегом. Но я воспринял его спокойно, потому что знал, что ты меня найдешь. Я такого раньше не чувствовал. Связи с человеком, с любым. В самом деле, зря ты все бросил и ушел. На этот счет президент была права. А меня там ничто не держало. Мне там не были особенно рады. Да брось, даже мне нашлось место. А, это, ты держал его. Солдатский жетон, армия США. Ты в него вцепился мертвой хваткой. Клиффорд Унгер, как видишь. Я пробил имя по базе данных. Есть такой. Он служил в военном спецназе. Воевал в Косово, Ираке, Афганистане. Это он. Ну, пока это все, что я раскопал. Ты, наверное, весь перепачкался в хиралии. Сходи-ка ты в душ, а? А, на этот раз уже без меня. Насчет Дайхардмана можно не волноваться. Я позаботился, чтобы наши разговоры больше не записывались. Пока вы двое были на поле боя. Время у нас остановилось. Если я правильно понял, измерения попали. Своего рода берег. А, я поясню. Наши тела, наши Ха, находятся все в одном мире. Но у души, нашей Ка, у каждой свой берег. Он формируется у нас в голове,
на основе наших убеждений, религии, философии и так далее. Поэтому берег может быть каким угодно. И берегите Вселенную. Но если много людей умирает одновременно, их берега могут спутаться, создав поле нитей. Этот феномен обостряется в периоды войны из-за общего чувства негодования и отчаяния. В таких условиях берега спутываются чаще. С такого берега исчезает выход, и начинается бесконечный цикл. Представь себе граммофон. И голос соскальзывает, и фрагмент проигрывается снова и снова. Они сражаются в бою, у которого нет начала и конца. Все идет по кругу. Ты побывал в Восточной Европе времен Второй мировой. Что странно, Клиффорд Унгер в этом конфликте не участвовал. Не могу это объяснить. Но если ты подключишь меня к хиральной сети, кто знает, что мы сможем выяснить. Экс-граната номер 0. Сэм, ты на связи? Если да, то у меня просьба. Когда будешь готов, поднимись и загляни в терминал доставки. Жена. Чтобы не было как в том году. Простите. Я не знал, что муж это вы. Все чисто. Да. Западная часть этого региона занята огромным смоляным поясом. За ним находится крайний узел, последний бастион цивилизации в этих краях. Последний город. Как только ты подключишь его с помощью Юпида, хиральная сеть покроет весь континент. Возрождение Америки. Так близко. И помни, именно там, в плену Амелия. Нам нужно вернуть ее домой. Прежде чем ты перейдешь смоляной пояс, нужно завязать еще один узел. Хартман поможет тебе. Сэм, я хочу, чтобы ты принес мне кое-что. Во-первых, жетоны, что ты взял у того солдата. Положи их в карман, чтобы не потерялись. Во-вторых, труп мамы. На ее теле никаких признаков некроза. И лично мне бы очень хотелось узнать, почему. Если мы это выясним, то это, возможно, пригодится нам в борьбе с выходом смерти. Скажем так. Осталась одна минута. У меня мало времени. Ты готовься, я буду ждать. Официальный заказ в терминале.
Готово, Сэм. Позаботься о ней. И не бойся, некроза не будет. Она особенная. Будет забавно, если эти наши Ха окажутся ключом к спасению. Thank you.
оружие разрешено. Ну что? Счастливого пути.
обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Да, обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Юпитер.
Пожалуйста, доставьте труп в комплекс. Отлично. Хартман? Подача разряда. Отойдите. Можно сказать, застал меня врасплох. Рад тебя видеть, Сэм. Прости, я не хотел тебя пугать, но я такой, какой есть. А, да, положи ее туда. Опять безуспешно. У тебя что, сердце останавливается? Каждую 21 минуту. Я провожу 3 минуты на берегу и возвращаюсь. 60 смертей и воскрешений в день. 60 шансов отыскать на берегу мою пропавшую семью. Так я и живу. Вот моя жизнь. Тебе, конечно, довелось побывать у шва огромное число раз. Но мой счет все же повыше. 218 549. Я вижу себя в этом кратере. Свою жену и дочь. Как будто смотрю на свое сердце. Это называется кардиоформия миокарда. У меня крайне необычный случай. Могу показать. Ты видел когда-нибудь сердце в форме сердца? Нет, ты посмотри. Это не наследственное. Я так и не смог смириться с их гибелью. В последующие дни я стал одержим одной идеей, что берег существует, и они на нем. Я вызывал у себя остановку сердца. На целых 3 минуты. И искал их. Снова, и снова, и снова. Чтобы просто попрощаться? Наоборот. Считается, что у каждого свой берег. А вдруг и загробная жизнь разная у всех? Эта мысль меня ужасает. Вечное одиночество. Вот почему я решил отыскать своих родных. Чтобы последовать за ними. В смысле умереть? Если смерть нас воссоединит, то да. Но столь высокая нагрузка сказалась на моем сердце.
Мышца сильно деформировалась. И со временем люди стали меня называть исследователем берега. Хартманом. Я очень рад этому разговору. О. А, тело, которое не мертвеет. Без признаков разложения. Как будто она все еще жива. Идеальная мумия. Безупречный труп. Ты чего? Ты ведь кое-что еще должен был доставить. А, нашел. Узри. Подожди, Дедман. Судя по всему, это пуповина. С виду человеческая, вроде. Но это был не просто канал между плодом и плацентой. Больше похоже на нить тварей. Это от мамы? Да. Тело, которое не мертвеет, и пуповина, соединенная с берегом. Это удивительные находки, Сэм. Мое больное сердце просто ликует. 5 минут до остановки сердца. Извини, Сэм, но, скорее всего, нам придется прерваться. Мне нужно вернуться на берег и продолжать поиски моей жены и ребенка. Один человек, один берег. Таково правило. Но я исключение. Мой берег соединен с другими. Как будто ему вставили коронарные шунты. Может, все дело в моем необычном сердце. Я точно знаю одно. Я их найду. С каждым визитом вопросов становится все больше. Но однажды я найду ответы. Да, найду. 3 минуты до остановки сердца. Поля битв. Эти бесконечные ловушки – отголоски мировых войн. Почему солдаты скитаются по берегу спустя столетия после смерти? Обычно души почивших там не задерживаются. Берег – всего лишь коридор, по которому они проходят в потусторонний мир. Но сожаление, обида, сильное желание остаться, если эти чувства достаточно сильны, они могут породить совершенно другой берег. Общее чистилище для армии проклятых. Клиффорд Унгер. Его горе и злоба, и твой ББ, ставший чем-то вроде катализатора, внесли в наш мир эти поля битв. 2 минуты до остановки сердца. Пройдите в безопасное место. Это лишь теория. Думаешь, это Хиггсом управляет? И остальными? Примите неподвижное положение. Не знаю. Но все указывает на то, что они здесь из-за Хиггса. Осталась 1 минута. Держитесь за что-нибудь. А, чуть не забыл. У меня к тебе просьба. Активация охранных систем. Ты пока просто передохни тут. Время останавливается на берегу, но не у шва. Тебе покажется, что прошло всего-навсего 3 минуты. Мы скоро продолжим. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Ничего. Визит номер 218550. А, прости, о чем мы говорили? Я привык к циклам по 21 минуте, но для первой встречи тет-а-тет этого маловато, чтобы успеть все обсудить. Тяжело, наверное, так жить. Да. И нет. Когда привыкаешь, как я, это не так уж и ужасно. Дефекация, умывание, питание. Большинство основных жизненных функций легко укладывается в 21 минуту. Вот со сном сложнее. И с контактами, наверное, вербальным, физическим. Но человеку в моем положении это особо не грозит. Ты любишь читать? Слушать музыку? Кино? Я вот без дела не сижу. У меня есть подборка песен, телесериалов, очень интересных короткометражек и рассказов. Как раз хватает на сессии по 21 минуте. Все это было создано до выхода смерти, разумеется. Но если честно, моя 21 минута здесь – просто передышка, и все. Отдых перед тем, как снова выйти на поиски. Пусть мое тело здесь, но моя душа на берегу. Я уже умер. Я знаю это чувство. У меня семья погибла. Надо же. Не ожидал, что ты со мной будешь настолько откровенен. Я читал про то происшествие с твоей семьей. С моими близкими тоже произошел несчастный случай. Я лежал в реанимации после операции на сердце в городе. Когда стало ясно, что мое состояние стабильно, жена с дочкой поехали домой взять кое-какие мои вещи. И они попали в выплески пустоты. Город и больница не особо пострадали, но от удара вырубилось электричество и система жизнеобеспечения. Я очнулся на берегу. Там были люди, погибшие в тех двух выплесках. Что случилось? Что происходит? Я увидел в этой процессии свою жену и дочь. Эй! Это я! Куда же вы? Стойте! Не уходите без меня! Нет! Не уходите! Пожалуйста, не уходите! Потом включилось аварийное питание, и дефибриллятор вернул меня к жизни. Спустя 21 минуту после остановки сердца. Тогда я видел свою семью в последний раз. Это мое сердце стало причиной нашей разлуки. Но благодаря ему же мы с ними увидимся вновь. Оно определяет меня. Я Хартман. С тех пор
Я брожу по берегам других. Я следую по стопам моей жены и дочери. А когда устаю, возвращаюсь сюда и берусь за работу. Но вот что странно. Мое сердце останавливается, а боль продолжается. А у тебя есть семейные фотографии, Сэм? Жаль. 5 минут до остановки сердца. Пока ты не отправился обратно на берег, объясни, что я здесь делаю. А, конечно. В этой области есть пункт выживальщиков. Наши ученые изучают там материал, относящийся к периоду до выхода смерти. Какого рода материал? У Земли долгая память. Ее пласты – это летопись событий самого начала времен. И эта летопись пережила даже выход смерти. Эти ученые – мои коллеги по предыдущей экспедиции. Нужно, чтобы ты подключил их к хиральной сети. Амелия предложила разместить научные пункты вдоль этого пояса. Это единственное известное нам место, где есть сохранившиеся ископаемые позднемелового периода. Это когда исчезли динозавры. Считается, что последние из них жили здесь и только здесь. Понимаешь, эта земля скрывает в себе воспоминания о массовом вымирании. Что-то из этого может стать подсказкой для нас. Именно с таким расчетом Амелия и разместила здесь нашу вспомогательную группу. Прошлое информирует настоящее и помогает построить будущее. Вот что она внушила нам, прежде чем отправиться на запад. 3 минуты до остановки сердца. А, да уймись ты. Я выключу звук. Позднее одно необычное происшествие произошло в смоляном поясе у краевого узла. Невероятные объемы смолы вырвались на поверхность, поглотив огромную территорию многих моих коллег и хиральный пункт. Этот инцидент не поддается объяснению. Думаешь, в этом виноват Хиггс? Не знаю, но этот пункт был нам нужен. К сожалению, без него нельзя протянуть хиральную сеть на запад. Поэтому я прошу, чтобы ты помог нам построить новый. Он будет скромным. С нашим обеспечением на многое рассчитывать не приходится. Не как узловые города. Это уж точно. Но узел есть узел. Сэм, пожалуйста, возьми Кьюпид, подключи ученых к сети и отправляйся к Амелии. А после мы перейдем к нашей главной задаче – изучению выхода… Не волнуйся за него, Сэм. Надувной пол смягчил падение. Я открою тебе дверь. Сэм, ты слышал? Возьмешь заказ в терминале доставки. Наша главная цель в этом регионе – построить пункт взамен того, который уничтожила смола. Первый шаг – подключить убежище наших ученых к хиральной сети. Мы ничего не знаем ни о состоянии Амелии, не о планах Хиггса. Нас это беспокоит не меньше, чем тебя. Мы ничего не узнаем, пока не доберемся до крайнего узла, а значит, сначала нужно подключить регион. Тебе стоит начать с геолога и палеонтолога.
У палеонтолога есть что-то для эвобиолога, так что советую оставить ее напоследок. Так ты сможешь за один заход и сделать доставку и подключить точку. Возвращайся, когда все трое будут в сети. И мы сможем начать работу над заменой утраченного пункта. Термоковрик. Незаменимый предмет экипировки для холодной погоды, особенно при перемещении по заснеженным горам. Геологов изучала окаменелости, исследуя доисторические случаи вымирания видов. Они уже давно занимаются раскопками, и, похоже, у них появились признаки заражения хиралием. Явно из-за контакта с хиралием в ходе грунтовых работ. Они не смогут продолжить работу, пока там все не будет очищено. И пока сами не выздоровеют. Ты должен принести им реагенты для очистки от хиралия. Разряда. Отойдите. Слой, который изучала наша группа, относится к концу мелового периода. В это время произошло массовое вымирание видов. Динозавры исчезли, и Землю унаследовали мелкие млекопитающие. Это самое недавнее событие Большой Пятерки и самое крупное вымирание видов в истории планеты. В общем, они обнаружили что-то поистине невероятное. Угадаешь, что это? Берег окаменелостей. Если все подтвердится, то это в самом деле поразительное открытие. Поэтому, Сэм, очень важно, чтобы ты отнес туда эти реагенты как можно скорее. И еще кое-что. На этот раз ты доставляешь бомбу с антивеществом. Она нужна палеонтологу, который работает на раскопках. Окаменелости, которую он хочет изучить, похоронены под слоем смолы, и открыть их можно только с помощью взрыва. Надеюсь, ты понимаешь, что с мощной взрывчаткой нужно обращаться с особой осторожностью, но если не понимаешь, доставь контейнер в целости и сохранности, любой ценой. Сэм, думаю, ты не забыл, но бомба с антивеществом требует особо бережного отношения, особенно если ты везешь ее на транспортном средстве. Любые отклонения вызовут тревогу, учитывая это.